Елена Борисовна нажимает на привычную кнопку на пульте, но видит на экране только помехи. Сначала женщина не придала этому значения, но спустя несколько дней стала беспокоиться, куда пропал родной канал 16. У меня канал 16 все время работал на определенной кнопке. Стала включать, канал 16 нету. Все кнопки перещелкала, канала нету. Начались всякие помехи. Некоторые каналы тоже пропали вместе с 16-м каналом. А так как я все время смотрю 16-й канал, новости городские, мне очень хотелось посмотреть, что у нас в городе. После технического сбоя изменились параметры настройки канала 16 и САРО-24 на телевизионных приемниках. Чтобы снова смотреть городские новости, любимые передачи, нужно провести простые действия. Берем в руки пульт, нажимаем кнопку «Меню». На экране высвечивается категория. Курсором выбираем автоматический поиск каналов и нажимаем кнопку «ОК». Потом в дело вступает искусственный интеллект. Через несколько минут техника найдет все доступные каналы. Возможно, некоторые из них поменяют нумерацию. Канал 16 в пакете ТКС теперь находится на 37-й кнопке. У кабельных операторов МТС и Ростелеком на 551 и 755 кнопках соответственно. Также смотреть канал 16 в реальном времени можно через интернет с помощью универсальной платформы Eventera TV. Елена Грицкова, Владимир Листик, служба новостей, Саров 24.